Всем привет! Я рада видеть вас на моем канале Эрен Лурье. Сегодня вашему вниманию я хочу предложить рецепт очень вкусного домашнего хлебушка с зеленым луком, с петрушкой, с укропом. Он невероятно ароматный, а какой мягкий, какой воздушный. Это просто потрясающе. Вот посмотрите. Просто пушинка. Очень-очень ароматный и очень мягкий. И очень вкусный. Если вам интересно, как приготовить такой хлебушек, то смотрите продолжение дальше, и я расскажу подробно рецепт и весь процесс приготовления. Для начала нам нужно запарить дрожжи. Мы берем 250 мл теплой воды, такой комнатной температуры, ну это где-то температуры тела 37, 38, 36 градусов, приблизительно так. Наливаем в мисочку, затем сюда мы высыпаем 1 столовую ложку сахара без горки. Все это сахар размешиваем так, чтобы он растворился. И сюда мы будем добавлять дрожжи. Вот у меня дрожжи такие быстрорастворимые. Один пакетик. Вот видите, в нем 10 грамм. 10-11 грамм. Это 2 чайные ложечки. Мы берем 1 чайную ложечку из этого пакетика и высыпаем сюда. И все это мы перемешиваем. Перемешиваем и накрываем крышечкой или пленочкой и сверху полотенцем накрываем. Для того, чтобы они... И даем им постоять минут 15, 10-15. И накроем полотенцем и даем постоять, чтобы они набухли. Вот посмотрите, я уже сняла полотенце. Наши дрожжи уже набухли, растворились и набухли. Теперь мы сюда добавляем 2 столовые ложки оливкового масла, желательно оливкового, ну можно и растительного, обычного без запаха тогда, если нет. Размешиваем это все с маслом, с дрожжами и с водой. И на минутку оставляем пока в сторону. Берем другую мисочку, в которую мы насыпаем муку. Муки мы берем в общей сложности 500 грамм. Здесь 450 грамм. И отдельно я вот высыпала грамм 50 приблизительно так. Потому что мука бывает разная по своему составу, как она воспринимает жидкость. Теперь мы сюда добавляем чайную ложку соли с горкой и все это перемешиваем. Перемешиваем хорошенько, чтобы соль перемешалась по всей муке. И делаем такую вот небольшую ямочку. Углубление такое, и выливаем смесь дрожжей с маслом сюда. Все выливаем и замешиваем тесто наше. Сначала можно немножко ложечкой, лопаточкой, а потом мы все это будем перемешивать руками. И если нам недостаточно будет муки, то тогда мы будем отсюда добавлять понемногу. Я покажу, какое должно быть тесто. Потом в конце мы будем замешивать руками. Вот посмотрите, какое у меня получилось тесто. Оно получается мягкое. Я оставила еще немного муки, где-то грамм 20. У меня добавила сюда еще 30 грамм. И в конце, чтобы оно... Вот видите, какое оно мягкое. И в конце, чтобы оно не липло к рукам, чтобы его собрать, вот так вот в растительное масло смажьте немножко руки, и тогда вам легко будет собрать то тесто. Нам нужно его немножко раскатать, растянуть. Вы на поверхность, на которой будете растягивать это тесто, вылейте буквально чуть-чуть, там с полу чайной ложечки растительного масла, выкладываем наше тесто, и нам нужно его размять и вот так вот растягивать и все время вот обминку такую делать, чтобы оно
было хорошее по своей такой составу тянущееся тесто. Это будет очень вкусно потом. И мы его так разминаем. Затем мы обратно его складываем в мисочку. Мисочку немножко мы смазываем растительным маслом. Складываем сюда наше тесто и накрываем его крышечкой или пленочкой и сверху закутываем полотенцем. И оставляем наше тесто где-то приблизительно на час, на полтора, чтобы оно подошло. Вот прошло полтора часа. Я снимаю полотенце, забираю, убираю крышку. И посмотрите, как подошло наше тесто. Но это сейчас лето, подошло оно очень хорошо. В помещении тепло, даже жарко. А зимой, если вы будете ставить дрожжевое тесто, то тогда нужно поставить, если у вас будет прохладно на кухне, то тогда на грелочку ставите тесто. Я оставлю ссылочку, посмотрите, как я делала лаваш. Я его делала зимой, и там я ставила на грелку, чтобы тесто хорошо подымалось. Теперь сейчас нам нужно сделать обминку нашего теста. Посмотрите, какая красота теста, какое воздушное стало. Мы его обминаем вот так вот со всех сторон в серединочку и вытаскиваем из нашей мисочки на рабочую поверхность, где мы будем приготавливать наше тесто. Вот посмотрите, я уже вытащила наше тесто. Мы его на досточке немножко обваливаем мукой, присыпаем досточку мукой, обваливаем в муке в такую колбаску, разрезаем на 4 одинаковые части, и каждую часть мы скатываем в такой маленький колобочек. И слегка их как бы чуть-чуть присыпаем вот так вот немножко, совсем чуть-чуть мукой. Один колобочек мы забираем на раскатку, а то, что остались три, мы пока их накрываем пленочкой, чтобы они не обветривались, пусть они ждут. А этот колобочек мы будем раскатывать вот обычной скалкой в такой довольно тоненький пласт, относительно тонкий пласт. Ну, желательно, чтобы он был не совсем круглый, а такой более квадратный, прямоугольный. Вот посмотрите, вот такой пласт у меня получился, приблизительно он 35 сантиметров, где-то на 25, довольно тоненький получился, вот видите, тоненький получился. Теперь мы берем одну столовую ложку укропа, одну столовую ложку петрушки и одну столовую ложку зеленого лука. Можно как брать как свежие, так и замороженные. Мы смешиваем эту зелень, и этой зеленью мы будем посыпать весь наш пласт вот так равномерно по всей площади. Вот посмотрите, вот так оно получается понемножку вроде бы везде, но оно будет везде пропорционально. Теперь мы его скручиваем в рулетик, вот так вот, в такой аккуратненький тоненький рулетик. Вот так вот до конца мы скручиваем все. Только оставьте вот здесь вот место где-то 1,5-2 сантиметра, чтобы можно было слепить, потому что если будет начинка, то оно будет липнуть. А так скручиваем до конца. Вот, посмотрите, я скрутила уже в рулетик, и затем мы вот этим вот швом на дно ложим и начинаем потихоньку аккуратно скручивать его в такую улиточку. Вот, видите? Вот так вот. И потом этот кончик туда под низ чуть-чуть вот так вот, немножко вот так прижали. Вот такое вот у нас получится. И пока мы ее откладываем на досточку, а берем следующий колобочек. И так же самое, точно так же самое мы делаем с ним. Вот так, и пусть он там пока лежит. Когда мы подготовили все наши лепешечки, скрутили наши улиточки, можно сразу же их выкладывать на противень. Противень выстилаем пергаментной бумагой. И их нужно накрыть полотенцем вот так вот сверху, чтобы они немножко не обветривались, а чтобы они немного постояли минут 15-20, чтобы начинка с тестом, они привыкли друг к другу. А потом будем дальше готовить их к выпеканию.
Вот посмотрите, наши заготовочки уже постояли 15 минут. Они немножко поднялись, увеличились немного в размере. Теперь мы берем одно яйцо, и белок, и желток, все вместе взбалтываем вот так вот его и смазываем. Вот видите, как просто вот так вот по всей поверхности смазываем. И потом сверху я беру еще немножко кунжута. Вот обычного белого кунжута и посыпаю немного сверху на заготовочку. Вот видите как? И вот эти тоже нужно сделать. Вот посмотрите, все заготовочки у нас готовы. Смазала яйцом, посыпала кунжутом. Теперь мы можем ставить уже в духовку. Духовка прежде разогретая на 180 градусов за полчаса. И ставим выпекаться где-то приблизительно 20-25 минут. Это смотрите по особенностям вашей духовки. Проверьте ближе к концу шпажкой или зубочисткой, проткните. Если тесто не будет липнуть, значит уже готово. Ну а сейчас ставим в духовку. Вот посмотрите, какой в результате у нас получился хлеб из этих лепешек. Очень воздушный, очень ароматный и невероятно мягкий. Смотрите, это просто вообще невероятно мягкий, такой воздушный, очень вкусно. Попробуйте приготовить такой хлебушек. Я думаю, что вам понравится домашний такой хлеб. Приятного аппетита. Пока.